Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анинайс, и у нас очередной Fast Cup. И у нас встречаются команды Season Bars Team и Teams Находка Primary. Ну, как видим, быстренько давайте перейдем к пикам. Но без банов, походу, ведь Доктор Феникс, Свен Омнинайт, Виндбендерш, за силу. Ну и без Мастер Инвокер Леона, Оракл, Урса за силу. И я чуть-чуть позже. Но я думаю, в этом ничего страшного. Главное увидеть целиком игру. А в остальном, в принципе, ничего страшного нет. Пики, в принципе, такие специфичные у нас. Довольно-таки интересные. Появляются в и в каждой игре довольно часто, прям герои. Феникс, Бисмастер, конечно, Покер слил. И Орсу можно туда причислить. Да, заходит отлично. У нас картинка. Пам-пам-пам-пам. В принципе, можно и сейчас. Неужели? Походу жесткий покусь. О господи, сразу дырит. Жесткий. У нас тут возможность поторгивать. Остается у него совсем лох хп, и последняя тычка у нас достается. Можно достать. Весь его достать. Этот Свену практически негде. Остается у нас всего разгладка мандика. Давайте что? Камера идет. Теперь можно смотреть плавно за игру. Ну что, в принципе, у нас будет довольно-таки, я так думаю, состояние так. Ох, у нас тут уже забрали втроем у нас рейнджер, неожиданно. Хотел сказать на боте, но не вышло. И секшен пока у нас даже смертельно. Погляд. Тесно. Рейнджер. Ну, кажется, напоминаю, что у нас финал Fast Cup. Это команды SB Fly, NP, NP и КБ. Ну, буду называть так, как они прописаны, для упрощения и менее траты времени. Ну что, на данный момент у нас стоит Феникс Мастер один. Два хардлайнера встретились вместе на одном лайне. Ну, а инвокер у нас стоит Рейнджер. И внизу трипла против триплы. Редко, в принципе, в последнее время можно.
скажем так, драки 3 на триплу, просто состояние. И сейчас как-то патчи используют 2 на 2 линии, там листика, 3 на 3, как-то редко. Пока у нас тут более-менее так чуть-чуть гонять, но особо не пытаются, скорее больше фармят. В принципе, есть захил, есть станы у обеих команд. То, в принципе, подать-то можно. Но вопрос кого? И убивать, то, скорее всего, саппорт. И довольно проще это. Да, ну конечно, вот эта шестерка у нас тут явно экспорт. Зато другие. Четверо, в принципе, смогут, наверное, вертеться так, как они захотят на старте. Блять, ох, статер у нас полюбил эту раку. Прожал на него. Вейв. У нас тут нападение на свой на всего лишь 300 курсов. Стоит. Как слева. Манюс. На раку, конечно, паска пропила. Ангусики заканчиваются, остается. Он уже давно их скушал, но зато его увидел. Более-менее. Количество. П, да и тангусик. Ну или он у нас решил не париться, отдаться. Спам, закупился по максимуму и отправился на... Сейчас вернется на лайн, и я так думаю, агрессия будет продолжаться. А, тем же самым занял Сара. Тоже отправился на базу через... Крипов. Ну, довольно-таки интересно, что оба сам ралли. Посмотрим. На нижней руне у нас осталось. Она не 5 и. А тот же мид, в принципе. И. Эрку, но не успел ли он взять. Без абилити, взял только хаст. Хаста тоже неплохо. Пятик. А СВР-ку видит нас. Чтобы погонять. Получится. Он пробежал, всю манусу потратил. Я еще сейчас не удивлюсь, если он отдастся. В принципе, это вполне возможно. Ну и на мое удивление еще или он умудряется гонять эту ВР-ку и делать First Blood. Ой, о господи, подано. Что он блокер делает? Фраг у нас? А, ну как-то банально сделали фраг у нас. Берка должна была, в принципе, вообще убивать этого Ультима. Кто такие? Бок фаера можно было забрать. Этого Леончика. Или... Отца убить. Не вышло. Инвокер у нас имеет уже 1200 голды, и неплохо. Здесь он. Энджес. Релиш. Препуст. Ну да, инвокер, в принципе, имеет этого два фрага, а но. Хотя, один все равно. Инвокер, внесет. Да, появится с эффектами, да? Возможно, ну, вообще это будет перчатка. УВР, конечно, жестко проседает. Инвокер уже сот. МЖ. Инвокер пока тут явно уничтожает нас. Эрочку. Где-то у нас внизу небольшой замес, начинает, 3П накинулся. О, убирает вот мой помник. Даже у нас находится Бенедикта, но дэмэджа пока что не хватает. Курсон разворотит, почти не убирает у нас Пена, но... Летает у нас Санстрак, да ладно, точно с Пена, и у нас летает также Пена. Ну, а Оракул у нас вообще базу продолжил играться. Ну и очередные минус 2 делает команда КПС. Расчет 5-0, 6 минут. Вполне вероятно, что такая катка должна не дотянет. Посмотрим. Решат команду. Оставили пока на топе фармить бесмастера. Есть у него уже 7-й левел. Ну что? Плохо. Почти первый некра вывез. Только же подготовили. А этого я бы сказал. Да, ну, ой-ой-ой, блин, он сейчас зал по двоим стан, то у него. И атака. Танцев у них нет.
Ну идет first. И у нас команда NP. Скажем так, уже открывает дорогу. По крайней мере, по плану фрагов. Ну, 7-я минута у нас по нетворсу явно, да. Имеет покер. Истмастер и Урса у нас тут в беду в очередной раз страдает. Ярочка в этот раз пришел у нас. Истмастер с праймерором. Пора уже помочь. Созданием. А, ну бисмастер, конечно, животный уже. Корочку дал. Ох. Кабанчик достал. 55 урона с руки, так что. Ну, теперь Феникс оставили топ. Нет, это и будет не классик. А это будет. То есть все-таки масштаба будет. И дастик, иначе такие победу в ТФ данные так сложные. Посмотрим. Артефактом что у нас? Кто только лишь будет даст? Уже прожатый. На 2,5 минуте. Даже почти сделал себе Владимир, готовый. Рэчка же у нас. Пойду топ. Пытается у нас здесь найти Леона. Ох, какой Леон станет. Боим, но выйти отсюда пытается. Вот он отлетает на базу, но при этом делает у нас покер очередной. Так, у нас тут яйцо уже стоит. И яйцо у нас почти разбивает. Да, так и происходит. Курсы же у нас, скорее всего, уйдет под бой, но еще пытается на развороте убить. Бобик остается у нас последний удар на Урсе. Нужно будет отсюда уйти, прилетает у нас пауэршот, ВРочку дает, приходит Урса, пытался на кто-то пришел у нас тут. Покер разобрался у нас быстро. Бобиком под нас трипл делал. Но за это он поплатился и дабл килбил. Покер уже, который не удержим. Не удивлюсь, если. Покеру. И он три полки это происходит у нас. Фу. Через 4, 3, 2, 1 радиус у нас достает. Ой-ой-ой-ой-ой. Там почему? Какие? 250 хп, вырочки. Хп. Ну, в любом случае, отлично. Покера 2, 5, 400. Ах. Да, это будет что-то нечто. Ой-ой-ой-ой, заблочил оракул у нас. Ну, отлично, первый спел дал у нас. Ну-ка, закинуться на страйк, на выручку не хотят в итоге нас стать там. Веном, ну, не уходит и проходит. А ну, Айнвокеру нужно уходить на базу у него поныне. Можно рандомную. Рандомно пустить страйк. Давай, давай, я в тебя верю, инвокер. Страйк. Закидывает. Очень не надо, зато у нас тут снизу. Очередной фраг делают тут ап. Делай, делай, да, я так и в этот раз Вен решил прожать ульту, ее не жалеть будет. Там только лишь. И оракул. Блять, ох, как Свен нас дамажит, а размер. Костям Леон у нас. Отличный пауэршот у нас от Верочки, отличный Джейкл в итоге у нас умирает. Лицом и Бестмастер, и Урси. Да, ну вот интересно, интересно, за последние 5 минут только замес произошло. 15-9 на счет, 11-15. Только выросло 4000 преимущества у КБС, по XP и золоту более визит. Но это ушло все где-то в районе половины тысячи. Какой шекл залетает у нас от ВРочки очередной, ой-ой-ой, ВРочка. У нас, ой, Урза тут зато сзади развлекается, как всегда. 5 убирает у нас. Сколько раз? 5-й раз, по-моему. 4-й раз. 5 раз, по-моему. А, нет, конечно. Да, неплохие.
Нет, ну Вокер решил идет не в барабаны, ой, не так решил барабаны. Как не я уже успел активировать барабанчики. Что чтобы... Леон же у нас ушел фармить шестой. Тайгер, в принципе, шестой тоже есть. Бэрочка имеет 1500, имеет у нас дабл дэмэдж. Бен же сразу делает саблю после и доминатор, ничего такого. Интересно. Ну, а первый некра уже готов без мастера. Шикарный тайминг. Снизу у нас тут стычка начинается. Зеленый сюда явно уже уйдет. А что и происходит? Ну, не знаю, в принципе, такого не потрачено в Леона, так несколько танов до тавера. Больше не... Не хотят больше драться у нас. ПС. Разошлись по разным лайнам. Мастер фармит, покер фармит. Да, пытается. Одновременно довольно-таки сложно. Ну, Оракул у нас имеет шестой, есть арканы, что ли. Исток линза. И он же у нас остается без блинкдаггера, покупать себе фрейзер и... Что касается команд, в принципе, у нас КБС продолжает. А здесь же у нас уже плохо так страдает без мастера. Перочкой, но перочка не хочет вылезать, да и Феникс. Ой-ой-ой, отличный шекл в очередной раз у нас от перочки накидывается у нас. Ой-ой-ой, репел, но нужно разбивать яйцо и Вокер держать, что-то просто не убьешь. Яйцо прям на грани просто. Но инвокеры чуть-чуть да не нашли. В итоге раз. Ноль. Что у нас? Просто у нас пауза. Такая пауза, блядь. Так. Так, Феникса, в принципе, почти готовы. Уже мека. Довольно интересно. Ну, говорю, команда старается не стоять на месте, продолжать набраться что-либо. И, соответственно, артефакты за счет них быстро. Вот блинкдаггер появляется у Верочки. А? Доктор шестой пока без... Честно. Блин, купил саблю, купил себе мордок маск, ну и сейчас надо... Топики. Доминатор, чтоб сидеть. Такин на Эш. Ну и Омник, в принципе, нормально, при делах есть. Пинки, каны. Довольно-таки. Зачем-то ли он взял дабл дэмэдж? Да, можно было ставить Урсия, он бы пошел, расправился с Рошаном или героев. Нэп. О, это инвокер, этот шикарный, блин, лагер появляется, теперь он будет гонять. Тоже выручку. Вот она мека у нас появляется на фине. В принципе. Ну и не произошло у нас как. Вот, начинается уже очередное сайт. Три затишья. И зайца смог команда. У нас идет Феникс вперед вот это. Знает, даже на. И у нас тут и находится бесмастер. Приходится ему делать ТП. А вот, ну полетает касточку из стан Свена, но... Ты шейкил, ох, жестко. Мастером?
Так повезло, а прям на границу у нас варда стоит. Да, ну на боте зато. ПС почти. Один. Вижу. Летели, задефали и нет. Не знаю, вот в принципе файты неплохие были. Тут началась какая-то фигня, что-то файт за файтом. И вы хоть по одному что-то пытается пытается. Хотя бы находит у нас умника. И хуже у нас фэн за счет Абры спокойно допилит вы. И продаваю. И в принципе он чего-то пэшится. Собрать Свена, хотя у нас Таракл почти сам умирает. Если под крипами не помер у нас. Ой-ой-ой-ой. По-моему, Оракул сам себя прикончил. Пытается у нас догнать Свена, но пока не. Пойдет, только он сейчас еще на развороте сможет забрать кого-нибудь. Но юзать справа Рор, у нас закидывается Санстрайк, отлично. Палец из Леона. Он остается на лоу HP. На развороте этот стан еще чуть-чуть. Попробую драться. Да ладно, топоров вернулся. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это может быть косяк. Это может быть очень же косяк, если все. И он отпускает своего. Капец, это было очень и очень. Взял, отпустил. Пен. Пена. Как это было, я не. Ой-ой-ой, у нас уж чуть-чуть почти неплохо разобрался с Фениксом. Отлетел на первый спл, прожал ей. О, ну и. Чуть-чуть за нижний лик. Да, ну пока у нас туда-сюда бегают. Одни, что вторые. Файты на одной части, файты на второй, файты избегаются. Чуть-чуть от команды. Сложно что ли подать. Остался единственный внешний там. Первый конкретно. И остальные внешние аппараты пока все. Вовне. А, не, конечно, должно быть. И просто давайте глянем быстро графики. Тысячи. 2000 почти. 2,5. Такое преимущество. КБС. Ой-ой-ой, он тут нас палит просто. Готовку НП. Леон, отличный стан дает у нас. Прайм Рора у нас по свет города. В итоге у нас умик успевает поражать ульт. Леон уже нужен что-то делать. Ну, по крайней мере, уходить в итоге в него. Файер. Помню, уже у нас уходит пока размен 2 саппорта. Одного. Вен находится под репейл, но это ему не помогает. Он постоянно старается драться. У тебя Ракула на показу. Страшно. Будет его сам продолжать драться. На лоу HP забирает у нас. Вен остается. Остается у нас на Виндрейнджер. Фениксом. Но яйца не будет еще 3 секунды, в принципе. Торно, но. Да и не важно. Квест нравится. Арашана. И нет. Совершенно то, что надо сейчас паника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Феникс был прям на грани, почти украл Аегис. Если бы он был украл, это был бы просто жестко. Как же повезло, конечно. КБС Инвокер успел забрать. Да, мог быть. Оракул у нас почти собрал меку. Без победу этих ников. И он еще 700-800 дублинг. Инвокер пока себя прекрасно ощущает. Ах, появились, ну, лайв, ну, все по стандартной сборочке, кстати. Просто же пока я бы сказал бомж. Из Бенгдакера, из Владимира, из... 21 минут, конечно, это не так плохо, но... Мне кажется, можно было и лучше.
Ну, если глядеть на общий, ну, то в принципе у нас выделяется явно из-за этого Покер, Свен. И там, конечно, разница в Урсу. Бэрочку. Там или... А там дальше. Ай, добро. Но в сумме, в принципе. Урсу, да, да, преимущество. Так и по голде, оказывается. Свен же после доминатора пытается сделать бэкап. Посмотрим, ли выйдет. Помник почти. Никс пока ничего у нас не покупает в этот момент. У нас забирает Томника тут. У нас. Палец. Отличный палец, отличный ульта у нас от доктора, кстати. И тут никто не успеет разбивать. В итоге Усачин просто помрет. Она до Егиса. Ой, отличный сейф у нас от Оракула. В этот момент у нас летает жестко инвокер. Инвокер будет летать. Красавчик это делает он. И в итоге пока размен один на портами, но в этот момент должен умирать, у нас свой остается 20 хп. Ну а ракурс. Пойдем. ВРчик, сэр. Держим. Да, файт, конечно, заканчивается. Будем продолжать идти. Тайц он... Репел уже догнать. Отлёг. На топе решили задать. По миду решили. Пошли у нас. Фактор. Арак уже докупил. Там. И он, ну не хватает добрых даггера еще. Покер значит. Почти. Кстати, других героев у нас также уходит походу. Погоним после тегера. Вот. Интересно, интересно. Ну что касается команды, то у нас почти готов. Совсем чуть-чуть. Этот надо. У них же, в принципе, такой. Сейчас ты, блядь, арканы там пойдет. Фейкер. Прикольный досок. Он же у нас имеет ПТшки с... Антера. Оп. Пока бы он дособрал вот только что. Поздравляем с чем. Доктор докупил кончики. Такой экшен на карте пока. Как всегда, подрались, ушли пофармить. Но, как всегда, ни одна не уступает. И идут пятером в смоках. Выход сейчас блин. Посмотрим, какая у нас стычечка вышла. 25 минут, наверное, у нас. Курса пытается впитать весь урон, который она имеет у нас. Отлично. Он палец пожелен, уровнен. Покер сейчас должен выдавать отличный прокаст, отличный пока валует, у тебя разносит Свенсон. Мощный Леона. Сюда у нас больше не уйдет явный доктор, умирает у нас Найт, ну и следует. Должен отправиться у нас Феникс. Ну, что и происходит. Т1 делает замес у нас на докапс, но нет. Решается, что и имвайп можно спокойно. Ну, опа, у нас крипы-то по миду уже прошлись. Летать туда инвокер и начинает пушить. В принципе, вышечка у нас будет довольно-таки быстрый. У нас по байбекам, по байбекам. У нас нет байбеков. Есть только у доктора. И то он не поможет. Касточки, конечно, хорошо для дефа, но... Ради 5 секунд, да, согласен. Рановато.
Теряет в итоге у нас мид. И посмотрим, что идет команда. На топе у нас заварушечек. И нападать у нас первый урса. Отлично, отлично, отличный врыв у нас. Кубочек будет. Ради себе. Но походу у нас до этого не дойдет, потому что он сделает трипл килл. Команда КБС. Из два из них делают курсвет. Покер. Так, еще у нас умудряется инвокер догнать у нас эрочку. Ну и игра у нас не затягивается. 21 минута. Good game up. Венчик и заканчивается карта со счетом 29-17, то есть КБС. Трипл килл у нас напоследок оформляет. Поздравляем команду КБС. Победой в финале. Капа. Ну что, с вами был Ice Nice, друзья. Спасибо, кто был со мной. До скорых встреч. Пока-пока.